У меня есть титан ТВ-мен, и я хочу посмотреть, что мне предложат за него в трейде. Возможно, за нее получу новую Dancing Speaker Woman. Это и многое другое я тебе покажу в сегодняшнем видеоролике, поэтому досматривай до конца. Дружище, перед началом можешь, пожалуйста, подписаться на мой канал, ведь я очень сильно хочу 150 тысяч подписчиков, и именно ты можешь меня приблизить к этой цели. Заранее спасибо. rbx3.io, сайт, где Robux всегда в наличии. Курс очень выгодный, 1 рубль равно 2 робукса. Множество методов оплаты, которые подходят для жителей всех стран в разных валютах. Также в их есть телеграм-канал, где регулярно проводятся конкурсы на бесплатные робуксы. Конкурсы как и маленькие, так и очень большие. rbx3, ссылочка будет в закрепленном комментарии. Ну что, дружище, прямо сейчас мы находимся в игрушке под названием Toil Tower Defense, как ты уже понял. И да, я читаю все ваши комментарии под предыдущим видеороликом, вы писали, что это ошибка, и на самом деле... О, написано Speaker Woman, реально. На самом деле это ошибка, и это у нас Speaker Woman, потому что в предыдущем видеоролике писало, что это не Speaker Woman, а Camera Woman. Вы под предыдущим видеороликом постоянно писали, что это не Camera Woman, это Speaker Woman, просто разработчики допустили ошибку и написали это все неправильно. Ну вот, теперь здесь все исправили, и теперь здесь написано Speaker Woman, а не Camera Woman. Как раз таки я вот это и думал, почему именно Camera Woman, если здесь нет никакой камеры, и это, ну, на самом деле это видно, что это вот эти вот колоночки. Ладно, это прикольно, друзья, что вы пишете комментарии, спасибо всем огромнейшее. Если что, не стесняйтесь и под этим видеороликом что-то писать, если вдруг что-то не так, я обязательно все комментарии читаю, лайкаю, комментирую вам в ответ, поэтому, опять же, как я говорю, не стесняйтесь. Что же, прямо сейчас мы находимся на VIP-сервере, давай зайдем с тобой на обычную плазу и посмотрим, что нам сейчас предложат игроки за вот этого вот прикольненького TV-вумен Титана. Ой, какой вумен? Вот мы зашли на обычный сервер, как всегда народа просто туча, сначала мы попробуем на обычном сервере, а потом уже попробуем на каких-то, на вот этой вот как раз таки тренинг плазе, не зря же ее добавили. Давайте посмотрим, что мы будем прямо сейчас делать. Мы прямо сейчас включаем, конечно же, трейды, потому что я всегда на видеороликах включаю трейды, потому что мне просто миллион подписчиков трейды кидают, дают мне всяких там обычных редких пэтов, точнее бойцов. Спасибо, конечно, всем огромнее, что они мне сейчас как-то не особо нужны. Мне сейчас нужно просто всем подряд кинуть трейды и посмотреть, кто трейд примет. Вот, выдаю тебе Титан ТВ-мена. Что ты мне хочешь предложить? Ты мне предлагаешь Титан Камерамен. Что? Это Титан? Титан Камерамен эксклюзивный? Джетпак Камерамен. Ну, дружище, как я тебе напоминаю, у нас сегодня цель предстоит, это вот такая вот Speaker Woman. Точнее, да, Speaker Woman. Блин, я путаюсь в эти Camera Woman, Speaker Woman. Короче, Dancing Speaker Woman у нас сегодня цель. Да, конечно, у него много различных бойцов, но у нас нету, у него нету того, что мне нужен боец. Окей, кидаем дальше всем подряд трейд. Возможно, у нас кто-то сейчас примет, и мы с вами сможем получить. Давай, Dancing Speaker Woman, пожалуйста. Я выйду именно вот этого, потому что он у меня как бы, ну, не нужен, он у меня лишний. Если что, могу и секретного агента тебе добавить, дружище. Что это такое? Это нет, это мне не под... Ой, чё, случайно рейди не нажал, я случайно. Вот это ролик бы, конечно, быстро окончился. Короче, дружище, просто спавню безумно вот это сообщение, вот так вот, просто три сообщения бегаю, возможно, мне сейчас кто-то пишет, возможно, мне сейчас кто-то заметит, что мне нужен Dancing Speaker Man вообще-то. Мне нужен Dancing Speaker Woman, Speaker Man, Speaker Woman. Дайте мне, пожалуйста, вот это, о, мне кто-то кинул трейд, возможно, сейчас все будет, а ну-ка, Титан ТВ Man, дай мне, пожалуйста, пожалуйста, мою вот эту любименькую, давай даже два, секрет агент и Титан ТВ Man. Что это такое? Меч, мех камерамен. Это не то. Какой мех? Мне нужен Dancing Speaker Woman. Можно мне, пожалуйста? Я хочу ее получить. Нет у тебя. Что ты, хантер какой-то? Хантер, что ты мне предложишь? Апгрейд Титан, вау, мистический. Офигеть, вот это, кстати, прикольный апгрейд Титан камерамен. Я бы хотел его себе получить, но нет. Ты меня не интересуешь, дружище. Ты меня не интересуешь. Мне нужен трейдинг Титан ТВ Мэн. Это что такое? Супер Хамен. Супер Хамен. Это то есть ты хочешь получить Титана... Типа, а ну-ка, погоди. Супер... вот это ты? Вот это Супер Хамен? Тот самый легендарный? А ну, дружище, принимай. Это не тот, это... Погодите, это какой-то другой. Я случайно отклонил, ладно. Хорошо, не нужно тогда. Ну, не нужно. О, вот он, Титан Хамен. Вот, Титан ТВ Мэн, дружище, то, что тебе нужно. Мне нужно Dancing Speaker Woman. Пожалуйста, будь добрым. Лазер Камера Мэн Кар. Нет, нет, это не то, это не то. Я понимаю, друзья, возможно, я уже пропустил очень много классных персонажей, которые намного круче Титан ТВ Мэна, но мне просто очень сильно нужен именно тот новенький персонажик. ТВ Woman for... не-не-не, какой ТВ Woman? Мне нужен Speaker Woman. Трейдинг Speaker Woman. Руби, дружище.
Руби, 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 ты мне нужен. Ты мне нужен. Ты мне просто нужен. Ну, пожалуйста, ну какой трейд? Пожалуйста, выйди с трейда, дружище. Я очень сильно хочу, чтобы, ну, как бы, ты мне отдал свою Speaker Woman. Потому что я надеюсь, у тебя именно та самая, про которую я думаю. Dancing Speaker Woman. Давай, дружище, просто. Ну ты, ё-моё, ты что, прикалываешься? Ну ты прикалываешься? Ты что, в трейде прямо сейчас? А ну-ка, что у тебя за... У него бойцы не показываются. Владку, здорово, дружище! Здорово, подписчик! Что у тебя за... Что у тебя за бойцы? Вау, какие крутые бойцы! Ну, кстати, действительно есть прикольное. То есть, вот это прикольный, вот этот... Да, дружище, классные бойцы у тебя. Поздравляю, вообще. Молодчина! А если я вот так вот буду просто кликать? Я буду вот так вот кликать и искать себе... как она называется? Вот это Dancing Speaker Woman. Где ты находишься? Если я буду просто кликать на... Вот смотри, вот этот вот в розовой футболочке, такой черненький, мне кажется... У него, возможно, будет. И, кстати, ничего себе у него крутые бойцы. Ладно, это прикольно. Вот ты красненький, красненький. У тебя есть то, что мне нужно? Просто, нет, нет. Просто у тебя какая-то вумен есть, но не та, которая мне нужна. Что ты? Ну, ты как-то выглядишь как крутой богач, но ты вообще не крутой богач. Смотри, вроде крутой, но по итогу ты у нас... По итогу ты кто у нас? Вообще без бойцов. Ну, дружище, что-то вообще прям не то. О, вот он, спикер Титан. А ну-ка, есть у тебя тут что-то или нет? Есть спикер Титан, но мне это не нужно. Мне нужна моя любимая спикер Вумен. Где ты находишься? Что? Я нашел! Я нашел! Фоги боги боги бой 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 бой. Омэджи, омэджи. Эй, бро, 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 бро. Дружище, я не знаю, фоги боги, мой любимый. Фо-джи-джи. Сейчас мы тебя найдем. Сейчас мы тебя найдем. Фо-джи-джи про геймерс. Про геймерс. Ты у нас прямо сейчас в трейдике находишься. А ну-ка. Что ты мне дашь за вот этих двух бойцов? Понятно, ничего ты мне не дашь. Do you have for the TV man? У меня есть TV man, дружище, но он тебе не нужен. Погоди, ты куда уходишь? Ты куда уходишь, дружище? У тебя этот... Что? А, я подумал уже все. А ну-ка, дружище, примешь? Просто по-братски, пожалуйста. Ты не принимаешь? Про геймерс. Уже в трейде, уже пишет в трейде. Ну, ё-моё, как ты так в тренде оказываешься? Можно мне, пожалуйста, дружище, я тебя прошу. У тебя же находится та самая, которая мне нужна. Как ты ее выбил? Пожалуйста, мне она нужна. Давай. Принимай, дружище. Ну какой трейд? Выйди с трейда. У меня к тебе есть шикарное предложение. Я тебе смогу выдать TV-вумена вот этого и секретного агента. Ну и еще камерамена в обычных могу скинуть. То есть, ну, блин, дружище, это супер выгодный трейд. Давай, дружище, я думаю, ты хочешь меня принять, и я думаю, ты хочешь, чтобы я тебе как бы выбил... О, дружище, вот так вот. Просто две легендарочки. Две легендарочки взамен на одну легендарку. Вот так вот, мне кажется, это нормально, нет? Ну, дружище, ну как бы, две легендарки взамен на... О, он отклонил. Он отклонил, ему это нафиг не нужно, короче, ну все понятно. Что ты? Ну что ты не принял? Ну что ты мелкий? Ну в своем вонючем радужном костюмчике. Ну капец, ну просто взял и не принял. Так бы сейчас спикервумена получил бы. Хорошо, так какой ты мэнфокс? Что у тебя есть? У тебя есть спикервумен? Замена вот этих двух. Dark Speakerman, мне это не интересно. Я зашел на следующий сервер и давайте посмотрим, что у нас тут такого есть. А ну-ка, смотри, какой мелкий, крутой вроде. Нет, вообще ничего не крутой. Титан, мой камерамен, воу, синемамен какой-то. Так, Титан ТВ-мен. Что ты, Титан ТВ-мен? Меня не интересует. Мне это не интересно. Вот, а ну-ка, что у тебя? Вот еще, смотри, какой мелкий, прям пузатый. Ты куда? Вот ты где? О, у него есть. Макси какой-то. Давай, дружище, просто мне нужен вот этот вот твой пэт. Я хочу какой пэт, боец. Я хочу просто забрать твоего бойца. Просто себе вот так вот сюда и все. Дружище, пожалуйста, ну просто... Ну что, ну ты отклонил? Ты что, отклонил? Ну, дружище, ну пожалуйста, ну прими. О, принял. Окей, держи. Вот секретный агент, вот тебе легендарно. Давай, дружище, я просто буду в шоке. Я буду самый счастливый человек, если ты примешь, дружище, просто. Я тебе даже ниндзю-камерамена своего вонючего отдам. Ну какой, ну что за ниндзя-камерамен? Он мне не нужен. Джетпак-камерамен отдам. Смотри, просто, это супер-крутые бойцы. Супер-пупер-крутые бойцы. Джетпак-камерамен. Эксклюзивочка, дружище, эксклюзивочка. Джетпак-камерамен. Он отклонил. Ему нафиг не нужен этот джетпак-камерамен. Он просто взял и отклонил. Это очень обидно. Я очень сильно хочу себе Speaker Woman. Да, а ну-ка, хакер, что у тебя тут? Титан, секретный агент. Если сейчас ты отклоняешь, ну что это, капибара. Хай, здорово. Здорово, дружище, что у тебя? Speaker Woman нету? Speaker Woman нету?
Great Dancing Speaker Woman. Ну что, есть? Есть, нету. А ну-ка, дружище, давай. Давай. You have skill in camera? Нету, дружище, нету. Просто. Я просто отклоняю и все. У меня просто уже все. Надежды у меня потеряны, у меня уже просто все потеряно, нету ничего. Короче, да, дружище, вот такой вот видеоролик получился. Я побегал по серверам, я просто очень много всего обрезал. Я до этого еще, ну, где-то на серверах троих был. Встречал людей с камерой, ой, точнее, спикер-вумен, но вообще просто никто не хочет трейдиться на моих легендарных двоих бойцов, дружище. Погоди, что? Что? Ты мне опять кинул трейд? Ты мне что? Погоди, не понял, дружище. Не понял. Что ты хочешь взамен? Что ты хочешь взамен за Dancing Speaker Woman, которых всего лишь 25 тысяч в мире? Ты хочешь этих троих? Или что ты хочешь, дружище? Зачем ты мне только же кинул трейд? Я уже просто собрался ролик заканчивать, и ты мне так просто сразу же кинул трейд. Дружище, может, ты хочешь принять? Короче, друзья, он меня узнал. Он узнал, что я блокер. Ладно, на самом деле, это, конечно, капец невыгодный обмен. Ну, блин, жалко ниндзя-камеру-мена вот этого. Ниндзя-камеру-мена жалко. Ну, а так, в принципе, я рад, я счастлив. Я получил то, что хотел. Dancing Speaker Woman у меня теперь есть. Почему так долго идут эти несчастные 5 секунд? 5 секунд идут как 15 секунд. Что это такое? Ну, дружище. Ну, короче, да, это оказывается тот зритель, который меня смотрит. Дружище, я тебя поздравляю. Даже вот так вот могу написать. Ты... попал, все, короче, это все, это просто есть. Dancing Speaker Woman, 300 урона, 5000 урона может доходить. Кулдаун у нас 1 секунда, 1 секунда и просто по 5000 урона, это суперско, это просто суперский боец. Так, EQ Best, вот, просто команда мечты, друзья. Так, вот этот секретный агент, он идет подальше, потому что я им как бы не пользуюсь. Что за скала? Что за скала мне кидает трейд? Все, я уже не хочу никого принимать трейды, я просто так беру, закрываю трейды. Где ты, мой дружище? Дружище, а где ты? Мой герой, который мне выдал вот этого шикарного пэта. Вот ты, Макси Беллс, дружище. Я тебе просто безумнейший благодарен. Ну как безумно благодарен? Конечно, цена вообще жесткая. 3 легендарки взамен на 1. Ну ладно, оно в принципе нормально. Дружище, я получил то, что хотел, я получил Speaker Woman, поэтому спасибо тебе огромное, что ты застрелил в досик от начала до самого конца. С тобой был я, Влад, я желаю тебе хорошего настроения, удачки и пока-пока. Еще встретимся.